Ну что, ребят, сегодня фантастическая погода. Очередной день на море. И вот смотрите, какая прозрачная вода. Сейчас постараюсь снять так, чтобы было видно. Потому что если в обратную сторону снимать, то я как раз-таки являюсь большой, огромной тенью. А так нет. Вот моя нога. Я сейчас зашел по пояс. Мой рост 1,88 м. Я не считаю себя коротконогим человеком, поэтому вот считайте сами, на какой глубине можно видеть, собственно, дно. Я развернулся в обратную сторону, опять моя тень закрывает мои ласты под водой. Но в целом я доходил до глубины по шею, ну сколько моя голова сантиметров, не знаю даже. Моя дочура предположила, что моя башка сантиметров 20. Соответственно, ну где-то вот считайте 1,70 м глубина просматривается. Все совершенно спокойно. Вообще замечательно. Просто прекрасно. Вот такая вот история. Вот такое вот Азовское море. Чистое там, где нет вот этих вот городов больших, населенных пунктов, которые поднимают ил со дна. А вообще Азовское море считается почему грязным, да? Ну, его считают в том месте, где, собственно, Дон впадает, да? Там еще есть место, где Днепр, да, впадает в Азовское море. Потому что вот эти две реки, они илистые сами по себе. И они впадают в Азовское море. Поэтому вместе их впадения, собственно, море грязное. А вообще, в целом, здесь хорошо.